Разведение цветов является непростой задачей, требующей от садовода внимания к мелочам и знания многих нюансов, связанных с развитием и размножением растений. Правильный подбор подкормки – одна из наиважнейших составляющих успешного цветоводства. Сегодня мы расскажем вам, какую подкормку необходимо дать комнатным цветам для их дальнейшего пышного и обильного цветения. Сразу отметим, что данный биостимулятор достаточно популярен, и, возможно, вы даже о нем слышали. Мы поможем выйти растениям из состояния покоя и полноценно начать свою жизнедеятельность. В качестве основы для приготовления данного средства нам потребуется луковая шелуха, а именно приготовим из нее отвар. Данным биостимулятором можно как опрыскивать растения для улучшения их роста и развития, так и обрабатывать ими почву для предотвращения заселения в ней насекомых-вредителей. Приготовим такое полезное удобрение следующим образом. Возьмем 2 горсти луковой шелухи и зальем ее 1 литром кипятка. Далее варим шелуху в течение 10 минут, тщательно перемешиваем смесь и настаиваем ее 3 дня в темном, сухом и прохладном месте. Затем процеживаем приготовленный отвар и используем его по назначению. Усилить эффект такого средства можно добавлением в раствор 1 чайной ложки древесной золы. Отметим, что настой хранится недолго, поэтому рекомендуем использовать весь его объем за один раз.